Среди оренбуржцев пострадавших немало. Петр, к примеру, в августе решил устроить себе и своей девушке каникулы в Греции. Правда, отдохнуть молодым людям так и не удалось. При заселении в отель мы столкнулись с проблемой, что наш лабиринтовский гид просто исчез. Мы пытались его найти, и в гостинице ничего не могли сказать. В итоге мы 3 дня прожили просто внизу на ресепшене. Вещи остались в номере, а доступа к нему просто не было. Вот. И как бы нас было, наверное, человек 30. Вот. Многие были с детьми. Возвращение домой Петр считает настоящим чудом. Через несколько дней молодой человек пришел в себя и отправился писать заявление в страховую компанию. За несостоявшийся отдых пара заплатила чуть более 60 тысяч рублей. Правда, на полную компенсацию Петр не рассчитывает. К слову, страховая компания ВСК выплаты горе-туристам почти закончила. Выплаты начались еще 3 сентября. Правда, у некоторых туристов могут возникнуть проблемы с получением компенсации. Что следует знать перед вылетом на курорт и как обезопасить свой отдых, расскажем уже завтра в вечерних выпусках новостей.